Всем привет! Сегодня у нас в обзоре советская электрогирлянда для елки звездочка. Вот такая вот крышечка здесь. Харьковский совнархоз. Управление производства культурно-бытовых товаров. Вот коробчонка здесь такая немного потрепанная временем, но самое главное, гирлянда сама рабочая. Так вот она выглядит. Возможно, ей даже и не пользовались. Абсолютно новое, очень добротное состояние. Вот такая вилочка. Все старенькое, кто помнит, на телевизорах, на приемниках вот такие вот вилки. Вот такие звездочки. Здесь у нас лампочки запасные, 3 штучки. Если перегорит где-то, вставляем их. И как нужно пользоваться гирляндой. Инструкция. Если у вас дома остались старые советские электрогирлянды, как всегда и только для своих подписчиков я произвожу абсолютно бесплатную оценку. Электрогирлянды, елочные игрушки 50-70-х годов, Дед Мороз, Снегурочка под елку, маски новогодние из папье-маше 50-х годов, 60-х. Как всегда, вы сможете ко мне абсолютно бесплатно обратиться и получить оценку. Я уже с антиквариатом работаю 10 лет. В следующем году будет уже 11-й год. Поэтому повидал очень много. А теперь мы посмотрим, как же она работает и светится. И вот она зажглась. Отлично, шикарно просто. Великолепно. Все работает. Желательно, конечно, вот в таком состоянии выставлять на продажу. Вот она вообще великолепно просто светит. Отлично, красиво. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!